Naše tijeli prehrme, s neustavani krasnodarski kraj, Jusna. Milok! Što? Ule, Milok! Lepši me... Eta! Snimite meni v svoji передачи! Oči, ona už mi нравится! Передачи? Ну, не знаю, заплатите что-нибудь хотя бы мне. Сниму передачи. А, заплатить? Ну, что у меня тут есть? Сейчас. Ага. Ну, сколько тут? 40 рублей, на. Вот. Чего, давайте. Сейчас вы, давайте, выходите вот сюда, становитесь. Сейчас мы вас снимем. Положим. Ага, снимает уже, да? Угу. Даже не знаю, как встать, я уже это застеснялась. Здравствуйте, в этой телепрограмме я, меня зовут Антоновна Людмила, Любава, Мария. Мне 64 года, я живу в этой станице, и у нас все хорошо. Ой, извините, нечаянно. Извините. Вот. Погода у нас хорошая пока что. Весна, день весны первый, значит, 1 марта сегодня. Вот. Собаки у нас тут есть. Собаки вот такие бегают. Хорошенькие собачки. Вот. И вот. Ну и вот такие вот новости хорошие у нас. Вот. Это вот эта передача. Мне очень нравится эта передача. Вот так. Ну, на станице хорошо. До свидания. В этой телепрограмме я была Мария Аксениновна. Короче, до свидания. Все, я побежала. Мне пора огороды спахивать. Дождик начинается. Все, до свидания. Ну да, все, до свидания. А с вами была наша телепрограмма «Краснодарский край. Сна». До свидания.